Выезжаем со двора улицы Карла Маркса на начало улицы Майская. Главное, ни одного дома нет на Майской. Может, там во дворах они, на Майская улица, а тут все Пушкинская, Карла Маркса адреса. По левой стороне детский сад номер 287. Справа школа номер 88. Пересекаем улицу Пушкинская. Справа детский сад номер 241. Слева МФЦ Октябрьского района. Пересекаем улицу Щерса. Пересекаем улицу Димитрова.
база, да, администрации главы. Заехали. Это гаражный кооператив «Олимп». На этом месте улица Майская закончилась. Все?